Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Так, у нас с вами таро-прогноз на апрель 2024 года для рыб. Рыбки, давайте с вами посмотрим, какой это будет для вас месяц, что он вам принесет. У нас в апреле ретроградный Меркурий и солнечное затмение 8 апреля. Так что давайте будем смотреть. С чего же начинается месяц для рыб? С выяснения каких-то, прояснения какой-то ситуации. Будете работать с документами, с информацией какой-то, будете что-то исследовать, анализировать, разбираться в чем-то будете. Тут что-то связано у вас с партнерством. То есть это либо вы будете что-то выяснять по поводу партнерства какого-то, либо это вы будете выяснять что-то о партнере, допустим, или партнерше, или это касается личных отношений, или это касается деловой сферы. У всех по-разному. Но в целом у вас какой-то будет интерес к определенному союзу. Но смотрите, тут какие-то могут быть вот до 10 числа какие-то ограничения. А, вы можете, кстати, заниматься какими-то документами. Документы будут касаться определенной пары, вашей пары, допустим, с кем-то. Но есть определенные какие-то ограничения. То есть не все будет вот как-то открыто для вас. Не все вы можете в срок, скажем так, оформить, собрать, подписать. То есть могут быть какие-то проволочки. Дальше будет стремительное развитие, дороги, перемены, продвижение в делах. Это вот где-то после 10 апреля, да? Ну, переживать будете, за что-то будете переживать, неуверенность. Есть такое впечатление, что, знаете, как-то вы будете думать, что вы упускаете какие-то возможности, что вы теряете какое-то время, но вы не переживайте, все наладится. Вам поможет некая женщина в ваших делах. То есть вам нужно на кого-то положиться. Кто-то вас поддержит, подстрахует, направит. И не переживайте, все, всему свое время. И слишком эмоционально вот вы будете к чему-то относиться. Так, рыбки. Дальше что? Новое начинание, прилив сил, все, то есть вот эта грусть, печаль, это все пройдет. Вы будете рады, вы будете чему-то рады, у вас появится вдохновение, у вас появятся силы, вам сделают какое-то выгодное предложение, да, то есть вы будете понимать, что вы на правильном пути. Кстати, здесь улучшение может быть вот в плане здоровья, в плане вашего внешнего вида, допустим, да, то есть вот как-то вы преобразитесь, вы воспрянете духом. Но смотрите, и быстрое, стремительное развитие. Все, то есть тут как все закрутится, завертится. Это где-то после 20 апреля. Может быть, вы будете отправляться там в дороги. У вас может быть много каких-то дорог, поездок всевозможных, встреч. Но это то, что будет вам, знаете, как-то по душе. Вы будете понимать, что вы занимаетесь тем делом, которое вот ваше. Все, то есть тут вот эти все сомнения, тревоги, переживания, они пройдут. Через какую-то женщину вы получите свой интерес. Она вам в чем-то поможет. Я думаю, что она будет даже, знаете, как-то идти как от высших сил вам. Это как помощь будет от высших сил. Вот ее вам как пошлют в помощники. Ну, не знаю. Пишите, как у вас играется этот гороскоп. Интересно. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго.